Так, ну вот первым делом для увеличения дальности я заменил антенну. Вот. Для того, чтобы заменить, надо впаять разъем, так называемый пигтейл. Разъем впаивается вот здесь была антенна припаяна. Я ее отпаял. Она 31 миллиметр в длину. Этот разъемчик впаивается сюда. Здесь, соответственно, центральная жила появится сюда, экран на соседнюю площадку. В корпусе сделано отверстие и выведен разъем. Большинство ставят обычную антенну от Wi-Fi роутеров. Вот. Но я поступил по-другому. На Хобби Кинге заказал антенны. Это такого вида. Это антенна на 2,4 ГГц для видео. Ну, у нас тоже 2,4, в принципе, подойдет. И вот такая вот ромашка прикручивается к пульту. В таком виде. Сразу же после того, как была установлена антенна, я пошел проверить, насколько увеличилась дальность. В принципе, мне удалось беспрепятственно отлететь где-то метров на 500-600. Связь не прерывалась. Модификации в сам аппарат я не вносил в тот момент. После успешной апробации антенны на пульте я приступил к модификации самого аппарата. Для этого в него была встроена вот такая антенна. Это четырехлепестковый на 2,4 ГГц клевер. Чтобы его подключить, соответственно, была выпаяна родная антенна. Сейчас покажу откуда. Вот тут была впаяна антенна. Я ее выпаял. И впаял центральную жилу коннектора. Экран был подпаян к этому контакту. Это первый контакт. Здесь земля. Сама антенна, разъем, был выведен на верхнюю часть. Выглядело это примерно вот так. В комплекте с двумя такими антеннами мне удалось улететь на километр первый раз, а второй раз на 1300 метров. Батарейки 2200 мАч хватило еле-еле вернуться назад. Емкости хватает впритык.